Приветствую всех из Одессы. Сегодня 28 марта 2023 года. Ночь в Одессе прошла, слава богу, спокойно в военном плане. Значит, у нас не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. По информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Но в Одессе очень резко поменялась погода снова в очередной раз. Она ухудшилась. На протяжении всей ночи был сильный ветер. На море сейчас огромные волны. Штормовое предупреждение. Ветер настолько сильный, что прям такое ощущение, что вырвет окно. И в связи с непогодой у нас в Одессе аварийное отключение света. Свет пропал. Сперва его с утра не было, а сейчас идет дискотека. Значит, включается, выключается, включается, выключается. И так далее. С хороших новостей это то, что сегодня у нас в Одессе открылся Макдональдс. Люди занимают очереди уже с самого утра. Значит, еще темно. Ну, выставляют местные телеграм-каналы. Темно еще. Еще Макдональдс не открылся. То есть до 7 часов утра уже люди стояли в очереди, ждали открытия. Это на Дерибасовской, возле вокзала. Значит, этот самый уже открыли. Уже там первые посетители. Короче, движение пошло. Вот, такая вот обстановочка у нас, погода очень сильно ветреная, дождь и сильный волн. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу буду сообщать. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги, потому что после ночной атаки дронами может быть ракетный удар.